нажатием включено переключение входов. Потом, так, выключение. 2,5 секунды удерживаем включение. Громкость запоминается. Осталось выбрать. Видно, нет. В блоке питания собрано soft start реле. Там под выключателем два штуки стоит. Блок питания, вопреки рекомендациям, сделан на конденсаторах общей емкостью около 1000 микрофарад. Я пока думаю, что это достаточно будет. Все. Замечательное устройство.